есть они рассчитывают, ну, уже компьютер занимается расчетом расстояния между дорогами. Вся сложность заключается в том, что техника, на которой все это делается, имеет очень большой возраст. То есть, вот, например, станок для резки лакер дисков, ему уже больше 40 лет. Естественно, это оборудование очень специфическое, оно капризное, с ним нужно уметь ладить, иногда у него плохое настроение, надо к нему подстроиться. И прям вот у них было желание нарезать у него пленку. Ну там, правда, такое. Совсем собрать. Это, получается, короче, если есть такой дефект, то он на всех пластинках. Да, да. А в жизни так делаешь сейчас? Нет. Это все пришло к нам порядка 5 лет назад. Эта идея возродить производство винила в России. С того момента, как появилась идея, и до того момента, как мы стали выпускать первые коммерческие тиражи, прошло порядка 3 лет. Даже в советское время, несмотря на гигантские объемы продаж пластинок, на мелодии, пластинки мелодии славились паршивейшим качеством, потому что, ну, казалось бы, ну, есть и есть, не с чем было сравнивать. Соответственно, это искусство мастеринга, искусство записи пластинки, создания этой пластинки, это все-таки достаточно степени эзотерическое искусство. Людям надоело просто иметь дело с какими-то абстрактными файлами и папками, и какими-то непонятными облаками. Многие предпочитают иметь на руках, да, объект, так сказать, физическое воплощение этого альбома. И поэтому все современные группы, в том числе как бы звезды, да, они выпускают свои альбомы не только в цифровом формате, но обязательно, да, в виде на физическом носителе в виде пластинок. Делаешь больше. В связи с постоянным растущим спросом именно вот от лейблов, от представителей там музыкальной индустрии, количество заказов у нас на данный момент такое, что мы практически не можем уже выпускать свои собственные лейблы, у нас нет возможности их вставлять в производственный поток. Вот. Это, кстати, говорит о том, что в России этот рынок развивается. Крайст, именно то вот издание в коробочке коричневой. Сейчас достану. Ага. Пукитуф. Но двойных не так много выпускали раньше. Сейчас Леннон и Яко Оно. Шикарная пластинка. Unlabeled. Milk and Honey — это уже после смерти собрали. Винил еще требует некой сосредоточенности. Вы должны пойти найти пластинку, поставить ее, протереть, поставить. После первой части нужно подойти, перевернуть. И это побуждает к более внимательному, логичному прослушиванию музыки. Ну, это, конечно, хобби, это не мейнстрим, но громадное удовольствие, поэтому это никогда не исчезнет, я думаю.
все прекрасно забытое снова возвращается, и все циклично. То есть когда-то все начинали слушать музыку с других совсем носителей, кассет, дисков или винила, и сейчас вот это звучание очень интересно. И кто действительно любит музыку и готов отдавать деньги, тот и будет это делать, потому что в этом и кайф. Ты обмениваешь что-то материальное на нематериальное, такое как музыка. Например, первый приезд был...